Здравствуйте! В сегодняшней нашей программе мы будем делать на игрушечной машинке ржавчину. Нам нужна вот такая краска, желательно и не твердая, и не жидкая, средняя. Вот такая кисточка, желательно не мокрая. Берем, делаем вот так. Делаем. И потом вот такими движениями, вот так, мы наносим. Сейчас, я не умею. Вот, у нас вот такая ржавчина получается. Очень хорошая. Реалистичные даже, мы можем сказать так. Если кому понравилось, ставьте класс. Все, всем до свидания. Спасибо за просмотр. До свидания.